Всадник, что ты узнал у костяного владыки? Мне кажется, твой король сперва заботится о себе и лишь потом о своих обещаниях. Мертвый король разрешил тебе посетить город мертвых. Кого мне искать в городе мертвых? Ты должен больше беспокоиться о том, кто ищет тебя. Отвечай на мой вопрос, пугало. Будет скучно просто сказать тебе. Тогда замолчи. На твоем месте я бы следил за своей шеей. Что я найду в городе мертвых, кроме очередной кучи трупов? Нечто более ценное, чем кости и сухожилия. Души, всадник, из всех миров умирающего солнца. В городе они проходят очищение от прошлой жизни, чтобы впоследствии пройти через источник и возродиться. Многие души не переживают очищение. Некоторые сходят с ума, а кое-кто даже умудряется избавиться от оков.